Куплю билет в СССР, возьму с собою револьвер и всем на свете докажу, что я революционер. В борьбе рука моя тверда, с врагами справлюсь я всегда, но не пролью кровавых рек. Не беспокойтесь, господа, мне нужен мир, а не потоп. Я не любитель скользких троп. Когда случается стрелять, я целю в воздух, а не в лоб. Но слышите этот сигнал? Трубит гарнист однорукий. Ах нет, поверьте, я не лгу, я крови видеть не могу, смертей желал бы избежать, и где, возможно, избегу. Но совершить переворот должны солдаты, а не сброд, а где солдаты, там стрельба. Народ иначе не поймет, а уж вождю закон велит иметь особо бравый вид. Так вот, для виду, господа, мне револьвер не повредит. Но слышите эту дробь? Барабанщик бьет одноногий. А впрочем, что за разговор? Стрельба не метод, а позор. И револьвер сам по себе символизирует террор. Чтоб не попрать моральных норм, но дать народу свет и корм, сниму шинель, надену фрак и перейду на путь реформ. Долой войну, долой тюрьму, перевороты ни к чему. И без солдат я обойдусь, и револьвер не возьму. Но слышите этот залп? Один, другой, третий. Ах, нет уж, видно, не судьба, как ни крути, опять пальба, ведь так недолго, черт возьми, и самому лишится лба. Прошу прощения, господа, мой план абсурд и ерунда. Снимаю фрак, сдаю билет и не поеду никуда. Да и зачем бы мне в Москву, когда я в Швеции живу? Уж лучше дома посижу или схожу на рандеву. Но слышите этот стук? Это строят помост на площади. Тум-ту-ту-ту.